Ребят, привет. Ну, сейчас идем на ЖД вокзал. Будем покупать билеты на поезд. Едем в другой город, все надоело. Решили съездить, отдохнуть. И такой конкурс решил устроить. Давайте вы напишите в комментариях, в какой город мы едем. И кто первый напишет и правильно напишет, то я куплю там магнитик и пошлю его тому, кто это правильно угадает. Ну и может быть, чтобы легче было, то я вам скажу, что мы живем в маленьком городе Бяло-Подляска и рядом с Люблином, и мы в Люблине были, а в Варшаве мы тоже были. Поэтому можно эти два города не писать. Все, идем на ЖД. Город, то я куплю там ему магнитик и пришлю. Все, пока.